прибежал, ну посмотрите, не, ну это нормально. Всю команду за полсекунды перемочил. Веля, остановись! Что с тобой не так, посмотри. Здарова всем, ребятки, Кента пока на проводе, и прямо сегодня у нас будет очередная серия Читер-патруля. Поэтому, дружище, пожалуйста, прямо сейчас поставь огромный лайк и подпишись на канал Кента ПК. Ну чё, пацаны, надеюсь, вы уже все поставили лайки, подписались на мой канал, ну а мы начинаем вырубать читеров с локтю! Народ, сегодня будет очень горячий выпуск, поэтому, пожалуйста, досмотрите его до конца. Ну что же, а наш первый читер играет с АВМ Treasure Hunter. Ребятки, в это тяжело поверить, но так оно есть. Давайте смотреть на этого красавчика. Так, мой подписчик играет, никого не трогает, и сейчас его бьет... Абовин. Ну это нормально, нормально. Сейчас будет, посмотрите, вот, вот он, красавчик, посмотрите. Ничего себе, у него АВМ Treasure Hunter плюс спидхак. Ну, ребятки, ладно, я понимаю, бы только кэш. Но он помимо этого скачал обычные читы на спидхак и на быструю стрельбу. Ну, ребятки, просто у читера ни стыда, ни совести. ID у него 723, 422, 73. Братан, ты улетаешь в банановые острова. Ну а сейчас вы будете просто в шоке. Ребятки, я не знаю, как это можно писать словами, просто давайте смотреть. Мой подписчик бежит и по нему начинают стрелять. Обратите внимание на миникарту и при том, что никого тут нету. Читер тупо залез, смотрите, залез тупо в пол и с пола убил моего подписчика. Слышь ты, дракоша, а ты еще в клане состоишь? Все, ты получаешь вечный бан по устройству. ID 538-22927, давай до свидания. Не, ну читеры, вы адекватны или как? Вы надоели с этим странным скинченджером убивать моих подписчиков? Ребятки, посмотрите на этих говнюков, ну посмотрите! Да ты на кого батон крошишь, фейковый Абовин? Ребят, просто ему попа. Смотрите, вот его ID 719-230-56. Фейковый Абовин, ты получаешь бан. Ну блин, чуваки, в чем смысл играть с читами? Вы понимаете, вас забанят буквально на следующий день, поэтому никогда не качайте читы. Не, ну это вообще ни в какие ворота не лезет. Ребята, это по-вашему адекватно? Читер тупо со своей респы убивает абсолютно всю команду. Посмотрите, плюс у него необычный скин. У него USP Treasure Hunter. USP, прикиньте, USP. Ну, у меня просто не то слово. Но, ребятки, есть хорошие новости. У меня есть его ID 735-830-65. Давай, до свидания. Просто готовьтесь, потому что прямо сейчас вы увидите самого жесткого и самого нереального читера. В это тяжело поверить, но это реально читы. Обратите внимание на КД и на время в игре. 260 КД и общее время в игре 1,5 часа. Вот этого читера скинул мне мой подписчик и говорит: кентуха, он меня постоянно убивает, пожалуйста, сделай хоть что-то. Ребят, конечно, мы с ним сделаем хоть что-то, но потому что от такой наглости я просто в шоке. Ну как можно сделать себе такое палевное КД? Ну чувак, ну это палево, камон. Ну а сейчас будет просто дикий ор, потому что мы забаним Велю. Эх, Веля, Веля, от тебя мы такого не ожидали. Ребят, конечно же, это его фейк, но обратите внимание на этого парня. Просто посмотрите, каточка только начинается, да? Игра только начинается, а Веля уже на базе террористов. Но это не конец. Смотрите, его убили, да? Велю убили. Но сейчас Веля возродится и обратно сюда прибежит. Вот, уже прибежал, посмотрите, не, ну это нормально. Всю команду за полсекунды перемочил. Веля, остановись! Что с тобой не так? Посмотрите на чувака в углу, он вообще улетел куда-то в космос. Блин, я просто в шоке. Давайте посмотрим, что же будет дальше. Ему весь чат пишет: Веля, выключай читы, выключай читы. А, у него уже рейнджер. Нифига себе, ИКД 1.79. Ну прям киберкотлета, чё сказать. Конечно же, этого фейкового Велю мы забаним, но у него, на удивление, довольно-таки старая ID. То есть это не новый аккаунт, это реально старая ID. 3.1.5.1.7.6.5.4. Но, увы и ах, улетаешь на банановые острова. Ну что же, к вашему вниманию представляю самого крутого прострельщика всего мира. Это читер по имени... Не знаю, какое у него имя, потому что у него китайский ник. Ну что ж, давайте посмотрим. Мой подписчик бежит с ножом, и уже убили. Раз тиммейта, два тиммейта убили. Так, три тиммейта убили, и сейчас убивает нашего подписчика. Ребятки, пресс F в комментарии. Убил этот негодник, этот читерюга с китайским нечитаемым ником. Но зато у него читаемый ID, братишка. 7405-7894. Давай, до свидания. Пацаны, короче, сейчас прорируйте точно так же, как и я. Потому что, ну это прям, ну это будет дикий ор. Сейчас поймете почему. Смотрите. Ну вот мы видим читер, он стреляет с ВМ как с пулемета, как с калаша. Сейчас будет реально смешно, смотрите. Плюс у него, скорее всего, автонаводка. Он убил моего подписчика. И смотрите, рофл.
Чувак первый раз в жизни зашел в стендов, ну именно с щитами. Для этого создал специальный отдельный аккаунт. И он обратно же получит бан. Поэтому, ребят, мораль такова. Может быть такое, что вы в первой же катке сыграете с щитами, и потом на следующий день вас сразу же забанят. ID 7408-4302. Давай, пока. Уберите детей от экранов, потому что прямо сейчас вы, ребята, увидите смертельный прострел. При помощи этого прострела можно убить абсолютно всю команду. Поехали! Ох ты, что, какой красавчик, ник у него промастер, братан, ты не промастер, ты нуб-бан-мастер, потому что ты, конечно же, собираешь чемоданы на банановые, не, на банан просто собираешь чемоданы, ID 690-46327. Ну что же, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Если вы наберете много лайков, давайте 10 косарей, то я снимаю продолжение. Потом, дружище, ставь лайк, подписывайся на мой канал и пиши любой хороший комментарий. С вами был ваш Кент АПК, всем удачи и всем пока.